делать нам... Дело было вечером, делать было нечего. Давайте глянем новый видос Ряженки. Чисто ради ачивы посмотрим. Типа, вдруг вообще это самое... Просмотры наберутся. Стой, стой, 2 минуты. Короче, прервемся. Если будет любой другой донат, я прям на паузу ставлю и в пизду, короче. И посмотрим лучше донат, чем Ряженку. Ну, в любом случае, спасибо всем за комментарии, лайки, подписки. Спасибо, что заходите на мои стримы. Это еще больше вам спасибо. И самое большое спасибо тем, кто донатит. Обоссанная гитара, как обычно. Нервно-паралитические дерганые движения. То есть, смотрите, вот у него вся гитара, блядь, вот так вот, вот так вот прям нахуй трясется, блядь, вот каждый раз. То есть каждый раз, когда делается бэнд, бэнд ни в каком жанре музыки так не делается. Ну, то есть, это и звучит как бы жалобно, хуёвенько, как, терпимо. В принципе, как бы, ну, наверное, можно и так играть. Наверное, можно и так. Но учить играть так, это пиздец. То есть, если ты учитель гитары и сам при этом играешь вот так. И вообще, это очень неэффективный способ делать бенды. То есть, это просто очень тупо. И это явно он делает не для красоты, а просто потому, что он не умеет. То есть, иначе бы он как бы хоть раз сделал правильно. Алекс, спасибо тебе огромное, спасибо. Все, пошел Ряженка нахуй. Сейчас. Донат дозвучит, и поехали. Да, короче, все-таки досмотрим Ряженку, потому что там очень интересный видос, я его тоже на запись хочу вот сделать. Дальше что? Давайте быстренько сейчас поторопимся с ним. То есть он бы хоть раз сделал не так, если бы умел делать бэнды. И вот мне сразу вспоминается канал Медфильм, типа «Нервный паралич». Характерное движение у больного показывают его, соответственно, дисфункцию нервных окончаний. Ну-ка, может, там есть что-нибудь такое реально? Нервный паралич. Или, такое, или такого нет? Поражение лицевого нерва, паралич лица. А паралич — это же наоборот, когда типа не двигается ничего, да? Нервный тик, может быть, тогда вот есть. Нервный тик, этиология, лечение. Вот, послушай. Быстрые, навязчивые, однообразные движения мимических мышц относят к тикам. Кроме мимической мускулатуры, в гиперкинез могут вовлекаться мышцы туловища и конечностей. Способность больных при отвлечении внимания задержать тик говорит о его функциональном характере. Однако тщательное обследование выявляет субклиническое поражение экстрапирамидной системы. Вот, блин. Причем у него вот видос про нервный тик, в принципе, там можно паузы повырезать, всякую хуйню, и у Ряженки тоже что-то можно отрезать или там скомбинировать из разных видосов. Короче, я, может быть, даже сам не поленюсь, бахну. Надо совместить видос, нервный тик и просто несколько джемов Ряженки. Ну так, честно, если честно, конечно, это не полное говнище, конечно, нет. Говно, на самом деле, да, то есть, конечно, это не хорошо вообще, это не заебись, но сказать, что это прям ужасное говно, которое, ну, просто вот, невозможно терпеть, нет, нет, ну, ни о чем просто, обычно. Много лишних движений. Вот это просто дресня была полная. То есть, и это не полиритмия, а это, блядь, аритмия была, допустим. Тоже такая болезнь, кстати, есть, тоже можно посмотреть, аритмия. Только она, правда, про сердце обычно. То
То есть, если бы там как бы было ровно, хотя бы, допустим, вот можно бывает наложить 3/4 на 4, там еще как-то вот так вот сложные ритмы делать, да, то есть, но здесь же, блядь, было криво. Причем криво по любому счету. И сейчас он предложит: ну чё, ребята, купите мой курс, всего за 3000 рублей, я, блядь, буду вас учить играть на гитаре. Шестой день, ничего особо не меняется. Бери, как говорится, гитару, чё там, я уже забыл. Бери этот, чё-то я умная, блядь, забыл. Ну, короче, не настраивай её даже, не парься, просто бери и играй. Меняется, кроме того, что у тебя должен появляться прогресс, ты же на удалёночке. Или вообще не работаешь, и самое время заниматься. А твоих результатов я пока еще не вижу. Если ты смотришь это видео, тебе нравится, как я играю, то я очень хочу, чтобы мне понравилось точно так же, как играешь ты. Поэтому присылай свои видосики в чат, доступы по ссылочке внизу. Жду. Так, тут у нас сейчас один интересный момент появляется, короче. Я, кажется, что-то очень давно не посмотрел один видос, который должен был задарать. Ну ладно. В общем, вот такая вот хуйня у нас с ряженкой. Спасибо, как говорится, блядь, за просмотр тем, кто посмотрел. Видос заканчиваем, стрим продолжаем.